В Алматинской области пожар унес жизнь 57-летнего мужчины. Еще два человека пострадали. Один из них получил ожоги 80% тела и находится в крайне тяжелом состоянии. Склад с рубероидом полыхал так сильно, что клубы густого дыма были видны по всей округе. На место выехали 50 пожарных из Алматы и Алматинской области. Понадобилось больше часа, чтобы полностью потушить пламя. За это время огонь успел уничтожить 870 квадратных метров. Трое рабочих получили ожоги, один пациент на искусственной вентиляции легких. Еще один сотрудник склада скончался в больнице. Было установлено, что до прибытия пожарных подразделений были госпитализированы три работника склада. Силы и средства на пожар были направлены по повышенному рангу. Принятыми оперативными мерами в 17:15 пожар был локализован.